Здравствуйте, с вами Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Погоды меняются, меняются ветры, но остаются всегда. В апреле и в марте и в мае архангельские холода. 3 апреля о погоде в Архангельской области. В Котласе на протяжении дня температура меняется от минус 5 до плюс 1. Облачно, возможно, осадки. Вельск может похвастаться довольно безветренной погодой. При температуре воздуха минус 8, возможен снег. В Плесецке максимальная температура в течение дня плюс 1, минимальная минус 6, облачно. Небольшой снег и, конечно же, о погоде в Архангельске. 3 апреля температура воздуха утром минус 3, пасмурно, без осадков. Ветер слабый, днем потеплеет до минус 1, однако возможен снег и сильный ветер. Вечером на небе не облачко. Можно выйти на улицу и посмотреть на звезды, но придется одеться потеплее, ведь температура опустится аж до минус 9. Ветер сильный. Сотни лет, и день, и ночь вращается, карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. С вами был Юнис. Смотрите телеканал ПС.